Вино представляет винодел Хуан Хесус Вальделана. Hola, bienvenidos al mundo Добро del vino. Пожаловать в мир Vamos вина. A proceder a la cata Сегодня de un мы blanco, дегустируем este caso белое es вино, марка вина Вальделана, Вальделана де Ура, контролируемое по происхождению из региона Риоха. Юра – это местный сорт винограда. Su color es un цвет amarillo claro, светло-желтый, с прозрачной кромкой limpio, по краю бокала. Perfectamente elaborado. Очень чистое, хорошо сделанное. En nariz es una ярчайший аромат, можно ассоциировать со взрывом вкуса. Радужным веером ассоциации, цветочные и фруктовые тона. Mango, и отдельно maracuya. Тропические фрукты, манго и маракуйя. Qué boca, persistente, вкус amable, приятный, элегантный, бархатистый и продолжительный. Vino que marida perfectamente con los pescados, хорошо сочетается с рыбными блюдами, pescados grasos, pescados azules, arroces, рисом verduras, и овощами. Aconsejamos consumirlo рекомендуется a la подавать 7, при температуре 7-9 градусов. Un verdadero placer. Очень приятное вино. Наслаждайтесь.